Жители города чествовали в администрации Муравленко. Награды различного уровня по случаю профессиональных праздников, Дня российской печати и Дня энергетика муравленковцам вручил глава города Александр Подорога. За профессионализм и вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения благодарность законодательного собрания Ямала объявлена Алле Ероцкой. За вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина благодарностью уполномоченного по правам человека в Российской Федерации отмечена Галина Тодорова. Почетными грамотами администрации города награждены Галина Бондаренко, Нина Гультяева, Игорь Титаренко и Эльза Ткалина. Благодарственными адресами награждены еще пятеро жителей нашего города.